171 серия, Мурманск, Магадан, трасса Лена А-360, будет пройдено 54 километра. С левой стороны по ходу остался город Беркакит. Ну, я отметил это стрелкой и титрами. Впереди с левой стороны тоже будет город Нерюнгри. Но до него еще не доехал. Вот очень хорошее место для привала, для ночевки. Здесь я остановился на ночь. Называется это «Взлетка». Ну, наверное, место, где люди проводят отдых, там и детские аттракционы есть, и залы для проведения мероприятий. Но на карте я не нашел точно этого места, как оно называется. Но запомните название «Взлетка» и координаты запишите. Если будете двигаться, то рекомендую там остановиться. Очень тихо, под охраной, бесплатно, прачечная, ну и так далее. Поселок Янгара, река Золотинка.
хотя бы будет такая типа стоянка или... Так, яркость 42, а вот да, 320. Дороги стали, на мой взгляд, значительно лучше в Якутии. Значительно. Ну что, якутяне по барабану, что про них говорят эти диванные аналитики.
Нет, минут было 45. Сейчас 45. Поехал мало, но потомился. Дороги имеют широкую обочину. Я не только носок Лена имею в виду. Название река.
красная дорога. Что это? Щебенка или краситель? Ну, красиво же, красиво. Связи как не было, так и нет. Радио FM. Такая дорога, красота.
польют там дорогу, где щебенка. Уже выпали себе там. Красная трава.
3G. 25%. Вообще было 25%. И нифига
последнего не работал.
здесь я, по всей вероятности, наверное, и остановлюсь. Да, остановлюсь-ка я здесь, 17 километров. Роли не играет, а я вон туда, наверное, проеду. На этой стоянке я попробовал вести съемку в режиме паркинга во время ночевки. Но в следующей серии, в самом начале, если что там у меня получилось, я покажу вам. Все, пока. Пойду наведу справки насчет парковки и так далее. Это развлекательный центр какой-то, детские площадки, и она еще не готова строить столько. А я, наверное, вот там должен где. Стоят. Это желтый, говорит, оранжевый, что ли? Тут прачечная. Душевая, прачечная, сауна, баня для дальнобойщиков. Ставьте, говорит, где хотите,
все бесплатно. Поеду я туда, где, наверное, меньше, может быть, шума. Все, на сегодня все.